Ольга Ивановна Лукьяненко родилась в деревне Семенки Сморгонского района. Еще будучи школьницей, она твердо знала, что свяжет свою жизнь с сельским хозяйством. Так и произошло. В 1987 году она окончила учреждение образования Белорусскую, орденов Октябрьской революции и Трудового красного знамени Сельскохозяйственную академию. Ольга Ивановна прошла путь от инженера-гидротехника колхоза «Советская Белоруссия» до директора коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Агросолы», которым успешно руководит уже почти 20 лет. Первые годы, признается руководитель, были сложными. О больших перспективах не задумывалась. Главной задачей было извлечь из каждого трудового дня максимальную пользу, и это дало свои результаты. Сейчас КСУП «Агросолы» – это лучшее хозяйство Сморгонского района. Седьмое Всебелорусское народное собрание, оно особенное, оно конституционное. Я являюсь делегатом 7-го Всебелорусского народного собрания, являлась делегатом 5-го Всебелорусского народного собрания. Для меня это важная и ответственная, и почетная миссия. Для меня, как для человека, неравнодушно к судьбе своей страны, к судьбе своей родины. Руководителя предприятия, депутата сельского совета, прежде всего, волнуют вопросы экономического развития, повышения благосостояния людей, создания условий для сохранения трудовых ресурсов в сельской местности, кадровое обеспечение сельхозпредприятий, закрепление молодых специалистов, строительство жилья для многодетных семей. И стратегический курс нашей страны, Республики Беларусь, естественно, как и для каждого человека, не безразличен. Твердо намерена поддерживать политический курс, заданный главой государства. Пока наша страна обладает крепким суверенитетом, мы – сила. Мы развиваемся, и у нас есть будущее. Сегодня главный приоритет для каждого – это сохранение мирной и спокойной жизни в нашей стране, защита наших достижений от потрясений, внешних посягательств. Как не раз заявлял глава государства, воевать лучше в поле, растить и убирать урожай. Главное для нас – накормить людей, создать запас, обеспечить продовольственную безопасность нашей страны. И мы стараемся, и у меня гордость за наших людей, что благодаря их труду, благодаря их усилию и благодаря их единству, нашему единству, мы достигли результатов, и мы сегодня твердо стоим на ногах и продолжаем этот же курс. Чтобы жить в мире и согласии, мы должны помнить о прошлом, беречь настоящее и думать о будущем. Ольга Ивановна – заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь. Почетный гражданин Сморгонского района, ветеран труда. В 2019 году стала лауреатом премии «Человек Гродненщины в производственной сфере». Я из города переехала в село. Переехала благодаря Ольге Ивановне, человеку, который заинтересовал меня в новой работе в 2014 году. И вот на протяжении почти уже 10 лет я здесь работаю. То, что она стала делегатом Всебелорусского народного собрания, для нас вообще не удивительно. Это человек, который соответствует абсолютно всем критериям, чтобы представлять нас на этом всенародном вече. Профессионал, лидер, большой жизненный опыт, преданность своему делу и своей работе. Человек, который в экстренных ситуациях никогда не теряется, который правильно принимает решения, который за собой ведет коллектив. Сказать Ольге Ивановне только как руководитель, значит не сказать ничего. Это настоящая женщина, это мама, это бабушка, это друг. У нас в колхозе работают люди из Казахстана, из Украины. Это люди, которые поверили нашему руководителю, переехали, перевезли свои семьи, перевезли своих близких. И на сегодня никогда об этом не пожалели. Наверное, это тоже много говорит о нашем руководителе, как о человеке. С Ольгой Ивановной я работаю почти 20 лет вместе. Это замечательный, добрый, настоящий человек. Она знает не только в районе, в области, но и во всей республике. И это, я считаю, благодаря только Ольге Ивановне. На нее можно всегда положиться. Всегда она что обещает, то сделает. Она идет в ногу с временем, потому что у нас покупается очень много современной техники. Мы теперь доим и реализуем 90 тонн молока в день. Это наши деньги. Деньги, которые используются на развитие нашего предприятия и также на наш досуг.
У нас достойная заработная плата. Ольга Ивановна целеустремленная, трудолюбивая, ответственная и болеет за свой район. Я считаю, что Ольга Ивановна – это достойный делегат на Всебелорусское народное собрание.